Я думаю, что все слышно. Сегодня Opera Night номер 52. В зале есть люди, которых я вижу впервые. Хочу вас поприветствовать, что вы сегодня пришли. Это хорошо, в наших рядах прибавляется. Надеюсь, вы отсюда уйдете уже в хорошем смысле пациентами Opera Night. Таковы и являются. Вот тут теперь сидит одна пациентка Opera Night. Уже ходите сколько? 20 раз, да, по-моему, ходите? С апреля каждую пятницу. Вот так. Сегодня номер 52, я уже повторялся где-то час назад. На днях делал общее сведение количества исполнителей, которые было на этой сцене за все 51 программу, то это 506 человек. Из них 290 – это неповторяющиеся имена. И плюс, естественно, каждая программа – это наша гордость, неповторяющаяся ни по составу, ни по программе. Вас сегодня много, это меня радует, это здорово. Не буду затягивать, я приглашаю замечательного скрипача Борис Маркосян и Светлана Истомина, его супруга. Они исполнят. Борис сам прекрасно умеет рассказывать, он сам расскажет, что они будут исполнять. Хорошего вечера. А где у нас Борис Маркосян? А вот выходит. Можно микрофон? Сейчас включим микрофон. Извините, пожалуйста. Добрый вечер. Очень приятно, что вас так много. Когда это публики много, то это всегда вдохновляет. И всегда вдохновляет, когда наш дорогой организатор звонит неожиданно и говорит: «Хочешь сыграть на Opera Night?» И каждый раз это вызывает такое... Такое чувство, что надо что-то сыграть от души и для души. И мы сыграем сегодня для вас два произведения Ганнеса Брамса. Это скерцо, которое он написал оригинально для скрипки и фортепиано. И произведение, которое называется «Звучат нежнее свирели», которое является частью вокального цикла. И мы хотим для вас сыграть это от сердца к сердцу. Я считаю, что это самый короткий путь, когда музыкант и слушатель находятся в этом состоянии. Музыка, она воспринимается и передается, она... Я считаю, что это оригинальное восприятие от сердца к сердцу. Спасибо вам большое. Thank you.
Горь, хорошее начало, да. Друзья, хочу попросить всех курящих, если у вас вдруг во время исполнения будет желание курить, просьба этого не делать, потому что Тренайт проект не курящих. Курить можно будет в антрактах, их будет достаточно. Я приглашаю на сцену Михаил Юркус и наш замечательный Михаил Гиазарян, величайший аккомпаниатор, концертмейстер всех времен и народов. И исполнят они Доргомышского два романса «Титулярный советник» и «Мельник». Михаил Юркус для меня лично сейчас кот в мешке. Первый раз вижу, вообще не знаю. Он был титулярный советник, она генеральская дочь. Он склонно с любви объяснился, она прогнала его прочь. Нагнала его прочь. Пошел титулярный советник и пьянствовал целую ночь. И видно в тумане носилась пред ним генеральская дочь, генеральская дочь. Возвратился ночью Мельник. Жонка, что за сапоги? Ах, и пьяница без денег, где ты видишь сапоги? Или мутит тебя лукавый? Это ведра! Михаил Юркус, Михаил Гиазарян. Сегодня можно загадывать желание. Миша Юркус, Михаил Юркус. А можете сказать, откуда вы? Из города Вятка. А откуда? Город Вятка. Понятно, учитесь. Академия хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова. Это знаменитая академия. Хорошо. Рад познакомиться и надеюсь, вы еще появитесь. Я приглашаю на сцену Руфат Низамов. Продолжим добрую традицию русского классицизма. Доргомышский, ария Мельника. Такого же Мельника, только уже из оперы «Русалка». Но и тоже твердо.
умоляя, как девушке прилично жить. Много надо на порой о судьбе, о бедняком речь заводить. Как надо молодость лелеять, как надо осторожной быть. Сама подумай, ведь не вечно нам красотой. Обычно классическая музыка, она должна репетироваться, не как в джазе, вот сели и сделали. А мы здесь все-таки сломали эту грань, сделали классический джем-сешн, который никогда не применялся ранее. А сейчас будет, не часто такое бывает, но когда бывает, мне приятно. Целая аж сцена из оперы «Служанка госпожа Перголези» исполняет Анна Кирюхина и Станислав Давыдов, партия фортепиано Михаил Гиазарян. Я думаю, что могу смело попросить уважаемых артистов рассказать, что же в этой сцене будет происходить, потому что это комическая опера. Вот уже целых 3 часа. В микрофон. Я жду, когда ты мне принесешь чашечку кофе. Ты мне собираешься принести чашечку кофе? Нет, не собираюсь. Сам себе кофе сделаешь. И она еще хочет, чтобы я на ней женился? Конечно, хочу. Я в этом доме с самого детства. Ну, почти с детства. В общем, я очень хочу замуж за него. А он не очень хочет брать меня замуж. А муж сидит в зале. А муж об этом не знает. И так получается, что я всячески пытаюсь привлечь его внимание к себе, но мне это плохо получается. Более того, он умудряется периодически заглядываться еще на кого-то, меня это бесит, в общем, все как в жизни. В конце концов, я придумаю, что у меня есть жених, пытаюсь вызвать ревность. Он, бедняга, понимает, что с моим-то характером мне тяжело придется, и я начинаю давить на... Я взял эту милую девочку, когда ей было еще 13 лет. Она была цветочком. Я ее холил и лелеял, и вот во что она превратилась. Девочка выросла. В конце все отлично, я выхожу замуж. То что ты говоришь? Тропу, 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 троп
все замекко, это серо, Урпенса кумлуя сен до споза. Сенца дубью и капитан Темпеста, ин колера андера, и лейти бастонаде у нас Темпеста бра. А questo voi servino penserà. Me ne dispiacerebbe, al fin del bene, io ti voglio e tu sai. A te pregato, intanto attenda a conservarsi, goda con la sua sposa amata, e di Serpina non si scordi affatto. Fatte il perdono il ciel, l'esser tu troppo variosa. Venirmi fea talatto. И Станислав Давыдов. И Михаил Дязарян. Друзья, отдыхайте. Друзья, начинаем второй сет. И по доброй недавнешней традиции второй сет посвящается одному исполнителю. Это обязательно бывают солисты ведущих московских театров, либо просто звезды, которые уже стали звездами в проекте «Опернайт». Я приглашаю на сцену солистку театра «Новая опера» Ольга Ионова.
И весь этот сет будут замечательные романсы русских и зарубежных композиторов. И Михаил Гезерян. Чистый джем-сессион. Добрый вечер. Мы бы хотели представить небольшую романтическую программу. И первый романс, это будет романс немецкого, одного из самых крупнейших романтиков. Это Роберт Шуман, «Орешник» из цикла «Мирты».
поэта. Этот цикл он посвятил чете Ростроповича и Вишневской. Цикл этот «Эхо поэта» написан на стихи Александра Сергеевича Пушкина. И написан этот цикл на Кавказе, что передает, конечно, такое настроение одновременно ссылки и свободы, что, в общем-то, сопровождало всю жизнь этих двух выдающихся музыкантов и людей. И вот этот романс «Соловей и роза». Thank you.
песне «Птичьи» в основном еще один соловей. Это Камиль Сен-Санс, французский композитор, дирижер и пианист, и его замечательный вокалист. Thank you.
Ольга Иванова и Михаил Газарян. Чистый опера джем. Впервые на сцене. Друзья, сейчас я объявляю второй антракт перед финальным сетом. И хотел сказать небольшое объявление. Ольгу Ионову в ближайшее время можно послушать 2 февраля в Новой опере в спектакле «Все это опера». И хотел сказать, что в следующую пятницу «Опера Найт» не будет. Будет дальше 7 февраля. Это будет очень интересный концерт. Одна из звезд проекта, Наира Асатрян, выставит на сцену впервые вообще в ее карьере несколько арий Иоганна Себастьяна Баха и «Страстей по Матфею». Скажу, что этот репертуар в России, к сожалению, не так часто поют. И никогда раньше не делал, сейчас решил, все-таки это я попробую сделать. Если вам интересен проект, если вас интересует событие, что происходит, вы можете, уходя, оставить ваши имейлы, электронные почты, и я вас всегда буду оповещать, когда происходят интересные мероприятия, поскольку помимо проекта, который происходит здесь, происходят еще открытые концерты, которые называются «Звезды Опера Найт» и «Опера Найт Салон», которые эксклюзивные вечера в музее Шаляпина, в усадьбе Коломенской и в других исторических местах Москвы. Поэтому если... Друзья, финишная прямая, не менее интересная. Ольге Ионовой я лично свою благодарность выскажу за замечание. Миша говорит по телефону. Миша, а ты сольно будешь играть? Да. Михаил Газарян. В прошлый раз он удивил всех тем, что он совершенно фантастически поет. Кто-нибудь слышал? Здесь есть в зале, кто в прошлый раз слышал? Раз. Это было хорошо. Да, Михаил Газарян человек универсальный. И сейчас я не знаю, что он будет играть. Но изъявил желание сыграть сольно. Миш, крышку открыть. Thank you.
был Фредерик Шопен и Михаил Газарян. Я приглашаю на сцену, так, я уже запутался, у нас парад басов сегодня. А кто поет басы Гремина? Станислав Давыдов? Да. Евгений Онегин, Петр Ильич Чайковский, Александр Сергеевич Пушкин, Станислав Давыдов и Михаил Газарян. Стану безумно.
Давыда. Я сказал Станислава Давыда. Римский-Корсаков, песня варяжского гостя из оперы Садко. Руфат Низамов.
Сейчас перейдем к доброго Моцарта с арией Зарастра, волшебная флейта. Станислав Давыдов. Тут из зала уже не первый человек задает мне вопрос. Откуда вы сами-то? Я тут. Да. И Аня тоже, соответственно. Что мы закончили или что? Где вы вообще учитесь, обитаете, поете? Я вот летом закончил университет культуры. Аня где-то пару лет назад, по-моему, закончила Ипполитова Иванова. Но так как я перевелся в университет культуры и к Ипполитову Иванову, то мы с ней одно время контактировали и потом вместе участвовали в частном оперном театре Натальи Горшковой. Вот. Мы ездили в Италию вот с кусочком оперы, кусочек из которой звучал сегодня, мы ездили в Италию, гастролировали. Вот. Ну что еще?
хорошо, интересно. Вот этот институт культуры, вот, который вы упоминаете, он каждый раз меня приводит в какое-то такое интересное состояние, потому что один из ваших коллег, который здесь тоже уже получил прописку, Марат Мухамедзянов, он по профессии вообще челюстно-лицевой хирург. Мне нравится очень всегда эта история. Я, когда он здесь поет, я говорю: люди, берите скидку у него. Хорошо. Анна Кирюхина, да. Хотя есть «Настали морозы», но песня, я думаю, что замечательная. И будет интересно, все знают, объявлять не буду. Друзья, сегодняшний вечер был сильно резко контрастно последним двум трем, которые были. Наш прошлый был какой-то в хорошем смысле сумасшедший дом. Тут по сцене бегали, ходили, читали тексты. И подошел к концу сегодняшний номер. Я еще раз повторюсь, если вы хотите, я очень жалею, что этого раньше не делал, но как-то до всего надо дорасти. Если вас интересует, что происходит в Opera Night, можете оставить ваши имейлы, и все интересные события я сам лично буду вам присылать. И я приглашаю на сцену всех участников, которые сегодня были. Анна Кирюхина. Так, здесь что-то хотел сказать. Нет? Анна Кирюхина, Станислав Давыдов, Михаил Газарян, Ольга Ионова, Руфат Низамов, Борис Маркосян, Светлана Стоевна, Женя Шлюк, Михаил Юркус. На сцену. Сегодня у нас камерный составчик. Борис Маркосян, Светлана Истомина, Анна Кирюхина, Руфат Низамов, Станислав Давыдов, Ольга Ионова, Михаил Юркус, Михаил Геозарян. Сегодня для вас Opera Night 52. И напоминаю, что следующий пятница не будет, будет 7 февраля. Бронируйте столик, потому что будет наивный отряд. Это звезда Opera Night. Ребят, спасибо вам большое.
Миша, тебе особое спасибо. Ты как присылаешь? Михаил Егезарян, Руфат Низамов, Станислав Давыдов, Анна Кирюхина, Ольга Ионова.